Всем привет! Давай поиграем в крутейшую игру под названием Far Cry. Первая часть, да, та самая, которая вышла еще в далеком 2004 году. С крутейшей графикой на то время, где пыхтели даже самые мощные компьютеры, обрабатывая всю эту прелесть, которую выдавала эта игра. Прошли годы, и теперь можно спокойно поиграть на максимальных настройках. На Full HD с комфортным FPS. А сюжет игры простой. Мы бывший спецназовец приехали на остров с какой-то там корреспонденшей, но не тут-то было. Когда подъехали, начался шквальный обстрел, какие-то тут местные бандиты, наемники поселились на этих райских островах и замышляют что-то неладное. Плюс какие-то тут еще монстры, разработка биооружия или что-то в этом роде. В общем, сюжет боевика. Все как и полагается. Давай заглянем по настройкам. Обширные настройки. Можно включить кучу разных кнопочек. Даже выбрать рубашку. Желтая, зеленая. Но я по стандарту буду красной. Игра работает на DirectX 9. Если прикрутить этой игре хотя бы 11 DirectX, будет вообще шикарная картинка. Даже на 9 выдает очень неплохой пейзаж. Сглаживание 4 стоит. Мне этого достаточно. Полный экран. Можно еще выбрать цветастость. Но это уже на любителя. Также куча настроек. Текстуры, максимальная анизотропия, 8 частицы, спецэффекты, освещение, вода. Все сверх на высоком стоит. Также есть куча настроек. Буду играть с объемным звуком 5.1, плюс у меня стоит этот пространственный звук. Полное погружение в игре будет. Так как если буду, допустим, стрелять сзади, это будет заметно при игре в наушниках. Так что рекомендую всем, кто будет смотреть, использовать наушники. Ну, хотя можно и через обычные колонки. Ну и тут настройки управления, ничего интересного. Поехали. Буду ехать на среднем. Думаю, это достаточно. Сложно, тут будет очень сложно. Но на реалистичном вообще тут с одной пульки будет главный герой помирать. Тут прям так и назвали, либо вы невероятно крутые, либо вообще у вас кончился рассудок. Вот они плывут. Плывут на какой-то тут яхточке под названием Медуза. А репортер уезжает на водном мотоцикле.
Главный герой остается и получает удар. Лодка в хлам. Почему-то даже какие-то видения показывают тут монстры. Зубастые. Куча наемников. Так никто и не попал. Вот тебе еще граната. Граната засыпала вход. Какие-то тут развалины выпал. Похоже, он здесь уже ночь, наверное, провел. А то уже светло стало, показывали, что было как-то вечер, наверное, то ли чё. Осматривайтесь вокруг с помощью мыши. Надо найти мышь, через которую можно смотреть вправо-влево. Скелетик. Уже тут давно. Похоже, валяется. Так, нужно выбираться отсюда. Выбираться отсюда? Как ты так догадался? Кто подсказал? Какие лучи тут света? Как будто тут прикрутили DirectX какой-нибудь 11. Тут красся на цитрюэл. Ага. И еще можно здесь даже ползать. В некоторых играх такое нельзя сделать. В основном в старых играх было только присесть. Птички летают. Берег, песок, пляж и всякая херня тут происходит. А этот бывший какой-то, наверное, военный или чё? Какая графика, текстуры. Слышь, тупица, смотри в оба и ищи придурка в красной гавайской рубахе. Заметишь его, зови меня, ясно выражаюсь. Есть, сэр. Свободен. Заметишь в гавайской рубашке чувака сразу же. Эй, да... кто там? О, тут эта полоска показывает, что эти враги заметили. Конечно, выход надо завалить обязательно. Прием. Если слышишь, что возьми рацию. Я знаю, что ты там. Я засек тебя, как только ты прибыл вместе с Вэлл. Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Взяли тут рацию и положили. С чего я должен доверять тебе? Ну, для начала, как насчет того, что я тебя не сдал. В этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас. И мог бы тебя заложить. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе в меру своих сил, но у тебя мало времени. Тут есть проход, ведущий в небольшой лагерь. Но будь осторожен, местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да, кстати, я Джек Карвер. Джек Карвер.
Пистолет-то какой? Какой качественный пистолет. По моим сведениям, ты в красной рубашке. Советую прикрыть ее бронежилетом, иначе тебя быстро засекут. А разве тут цвет имеет значение? Можно даже покатать. Физика в игре позволяет. Пистолетик взял, немного патронов и бронежилет. Эй, хорошие новости. Я теперь принимаю твой сигнал гораздо четче. Советую поискать в бараках оружие и снаряжение. А раньше помню, когда выходишь на это место и глядишь вдаль, тут было сразу же 5 FPS, наверное. И приходилось настройки выкручивать на самый минимум. Если вообще там это разрешение экрана не 800 на 600. Вижу 2 человека. И вижу, что у меня полоска начала заполняться. Иначе они видят. Ага. Как так сделать, чтобы они тут не заметили? Нажмите кнопку 1, 2, 3, 4, альтернативное оружие. Ничего не заметил. Я вот заметил. Я заметил. Сейчас он сюда придет. У меня просто не было. Мне кажется, он ты голову... нарвался. Он уже выстрел в голову получил. Сейчас я до тебя доберусь. Эй, жив. Во! Ты мне автомат принес. Хо-хо. Сейчас будет веселье. Во как, тут даже эти болтаются по физике. Зачем они бочку поставили на причал? Я знаю зачем, чтобы я выстрелил. Свинки, идите погулять. Уйди, дай дверке закрыться. А похоже, нравится, что дверь долбит. Стоит еще, жопой прижал дверь, чтобы та не закрывалась. Сейчас второй прибежит. О! Уи-уи. Кто пистолет потерял? Во, журнальчик. Как называется? Какой-то ПА. Чё это? Плей? Плаймерс? Аптечка. Есть мачете. Есть газировка. Надо сходить в море посмотреть. Ящик не хочет открываться. Рыбки всякие. Даже рыбы можем долбить. Что-то я не помню. Бывали такое или нет. Имеется даже граната.
Надо кого-нибудь тут загранатить. Джек, я сумел соединить передатчик с твоим компасом. Теперь я смогу передавать тебе координаты цели. Это даст тебе возможность выбрать правильное направление. Соединил. Молодец. Вижу точку на этом ком-то GPS. Которого солнце переливается. У нас проблема с винтом. Бригада Альфа. Немедленно приступить к ремонту. Че у них? Доктор Крегер нацепил на всех, кто находится на этом острове, датчики. С помощью бинокля ты сумеешь их засечь. Можно всех просканировать биноклями, и они должны отражаться на карте. Плюс еще можно слышать, о чем они говорят. Даже выстрел был слышно. А так не слышно. Карта, это которая карта? А, показывает, где я нахожусь, или это просто... Непонятно. Кусты? Пустыни не рубятся. Только зеленая какая-то штуковина от них отлетает. Вот там на радаре. Попытайся захватить одну из машин и отправлять. Зелено. Надо машину захватить. А еще как-то пройти и убрать вот этого чувака. Иначе он тут будет мешаться. Вертушка. Кого хрена? Кто заказал? Запнулся. Ногу подвернул. Какие тут хорошие кусты. Называются стреляющие кусты. Они звук слышат, но не видят. А раз не видят, значит и стрелять не могут. Я разнесу тебя. Опа-на, увидел. Ты где? Ты нарвался. Вовремя. А то у меня уже патроны закончились. О, там еще подкрепление какое-то идет. Он один? Или их не один? Он не туда вообще смотрит. Получил? Внимание, внимание, они тут какой-то тренировочный лагерь здесь устроили.
Надо болтаться как по-настоящему. Еще одна бочка. Что-то от бочки из взрыва. Ни хрена не слышно. Журнальчик. Пора какие-то боеприпасы. Во, что я нашел? Как он бабахнул, как будто какая-то бомба пала. Броник. Еще один журнал. Все в журналах. И все в аптечках, когда не надо. Еще одна. Нужно ставить карточку. А вот и машина, которую надо. А где карточка? Тут был, там был. Почему-то карточку не увидел. Надо посмотреть, что там в оружейке. Немножко гранат. И патрончики. Ну не густо. Но все-таки лучше, чем ни хрена. Какая хорошая машина. Даже педалей нет у нее. Странно. Зато есть пулеметик. Командир, это был на станции заправки в старом авианосце. Боюсь, тебе придется пробраться туда. Авианосцы? Да. Нужно ехать до авианосца. О, машину повредил. С каждой минуты становится все интереснее. То ли еще будет. Осторожнее. Бочки от пуль гоняют. Кого-то тут обнаружил на карте. Желтый. Ха-ха. Не стойте на дороге. Свинка. Свинка не, непонятно. За кустами спряталась. Кого я вижу? Ну ни хрена, вы откуда-то машину взяли. Ни хрена. Они стреляют, у меня машина уже до половины сломалась. Не успел ты достать. Ну-ка, у тебя тут еще оружие. Это маленько поцелее будет. А где дорога? Я заблудился. Где выезд? А вон дорога. Не слышите? У него оружие заклинило. Ха-ха.
Вот это прикол. На нем звук остался. О, там пуляет. Пуляет. Нет, нахрен, лучше ехать. Лучше ехать и не тормозить. О, с катера РПГ летит. Нахрен, не задерживаться. Тем более тут уже машина красная осталась. Что там творится? Прокачу. Хорошо, Дуэм, я вижу авианосец. Говори, как мне туда пробраться? Я был там всего один раз, но запомнил, что в борту у него была пробоина. Думаю, через нее можно пробраться внутрь. Окей, посмотрим. Самолетик. Он уже тут давно лежит. Весь заржавел. Авианосец. Корабль. Военный корабль. Какая тут видимость хорошая. Метров 100. Вот бы еще что случилось. Вон он, стрелять и беру. О, они как-то обнаружили. Черт, пути назад нет. Джек, постарайся выбраться на верхнюю палубу. Там ты сможешь достать себе лодку. Как окажешься внутри, выясни, что стало с Вэл. Нам нужно узнать, куда ее отвели. Найти Валерий. Они бахнули в эту дырку. И завалили теперь, и не выплыть отсюда. А чё так болтает? Ты слышал? Он идет. Он идет. Чертовщина. Тут какая-то чертовщина, действительно. Ну. Включайте свои эти GPS-ы. Я здесь. Мы его потеряли. Страшно стало. Да, вообще. Что здесь произошло? Страшно стало, пошел заглянул. Топчет, топочет там. Где-то еще ходит. Или один, или два. Тут лесенка. Как-то у меня с краю прополз. Странно. Все заржавело. Немножко гранат нашел. Я сейчас тут заблужусь в этом корабле. Отряду Альфа немедленно явиться на заправочную станцию. Повторяю, немедленно явиться на заправочную станцию. На заправочную. Тут. Можно посюда было пройти. Внимание всему персоналу. Что это было? Объявлена тревога. Немедленно что это было? Обо всем подозрительном старшему офицеру. Натоптал. А чё толкануть нельзя? Ты чё прилип к двери? Они как-то замирают потом. И уже на них не действует ничего. Хоть ты близко подойдешь, хоть нет. Ноги не видно у главного персонажа.
Внимание всему персоналу. В зоне замечен посторонний. Он среднего роста и телосложения. Одет в красную гавайскую рубашку. Он вооружен и опасен. Стрелять на поражение. Что здесь произошло? Он одет в красную рубашку. Итак, всю игру. Всю игру будет в красной рубашке. Тут запчасти какие-то. От самолетов склады и ракетницы. Да не ракетницы эти. Под водой, которые гоняют. Торпеды. Отряд Дельта. Заправка правого бака завершена. Освободите площадку. Какой-то этот китайский авианосец. Всюду иероглифы. Или японский. Эй, ты! Блин, у меня в лесенке застрял. Я думал, у меня уже... капец. В лесенке застрял и никуда не идет. Слушай, Джек, я пытаюсь отслеживать твою позицию неприятеля, но металл блокирует сигналы. Тебе придется действовать самостоятельно. Отряд Бета, подойдите на палубу 3. Отряд Бета, подойдите на палубу 3. Отряд Бетта. Для тебя все кончено, ублюдок. Вы где? Сверху. Ха-ха. Кто? Та-та-та-та попал. Все, настрелялся. Мощняцкий телефон. Напоминание персоналу. О любых подозрительных происшествиях немедленно докладывайте командиру. Такие сообщения тут всякие идут. Персоналу докладывайте. Как будто это действующий корабль. К нам прибывает вертолет. Отряд Дельта, пройдите на взлетную палубу. У них еще вертолет прилетает. Всему персоналу, будьте осторожны при приеме пищи или напитков, черт, которые находились на солнце продолжительный период времени. Известно! Куда тут провалился? Куда идти? Налево или прямо? Тут уже выход. Значит, все верно. Значит, я все верно двигаюсь. Аптека. Единственное, что понятно по значку. Инженер, что тут была? Это какая-то тут аптека. Все соединения должны быть проверены дважды. Нет, если только она не замаскировалась под одного из наемников. О, там уже парочка. Звук гильз. На пол. Слышно, как падают. Куда-то там укатываются. Ты жив? Где он? Ты жив, говорит. Я иду за вами. Кто не спрятался, я не виноват. Я вижу наверху. Стоит чувак. Зря ты пошел тут смотреть на разведку. Ох ты! Ох ты! Он видит.
Это опасный корабль. Тут со всех сторон могут начать стрелять. Триста патронов. Плюс в этом в автомате 30. И похоже там максимум, что можно с собой носить. А, спрятался. Думал, я не увижу его руку. И этим биноклем тут еще не попользоваться. Они тут могут где угодно стоять. Вон еще один за ящиками. Увидел. Засранец, он попал. Бесконечные патроны. А толку, в кого тут стрелять? Где враги? Вы где? Дайте знать о себе. Молодец. Один уже дал. Ах ты, он на балкончике там торчит. Иди, рыб корми. Пол брони у меня тут снял. Один был, я его прибил. Она совершила нападение, наверное, он ищет ту девчонку. Ясно, тут он ее не найдет, она на пути в бункер. Роу, конец связи. Похоже, придется защищаться самим. Эй, есть там кто? Ты куда там повис? Какая у него анимация, как он так лег? Самой Вэл здесь нет. Но я нашел ее камеру. На кассете какой-то клоун по имени Кригер. Это наверное, главный злодей. Место для моей работы. Острова находятся в стороне от морских путей. И здесь, вдали от цивилизации, никто не помешает моей работе. Мне потребуется время, но будущее всего человечества зависит от успеха моей работы. Я осуществлю предначертанное. Дойл, они забрали Вэл в какой-то чертов бункер. Где это, а? Я знаю это место, но оно хорошо охраняется. Садись в лодку, я тебя встречу. Хорошо. Садись в лодку. Это какая-то журналистка из Калифорнии. Во. Вот что я нашел. Вот эта пушка вроде самая прикольная в этой игре. Если я не путаю. Черт, не хотел бы я оказаться на месте того парня, которого он будет... Вертолет еще ждет, блин. Я еще здесь не посмотрел. Нет, не здесь.
Или я все посмотрел? Аптечка с бронежилетом. А у меня полная. Там вертолет жужжит. Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Это ты! Да вы власти! Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Ха-ха. Выпал. Вертушка, сразу же деру. Оба-на. Это чё за херня? Это он из чего там так стреляет? Какого хера? Там чё, миниган что ли у него? Похоже, точно миниган, он что-то торчит. Блин. Когда тут хреново. Непонятно, где они тут засели. Чертовщина. Нормально, обычная чертовщина. Чертовщина. Опасно. Блин. Блин, их там до хрена. А сквозь броник пролетает. Что-то непонятно. А вдруг пролетает. Он стреляет. На карте видно. Но табличка показывала, что... Он не видит, но он уже от отчаяния стрелял. Так, надо что-то тут придумать. Быстренько куда-нибудь перебежать. И спрятаться за ящики. А может за пулемет схватиться? А? Где вы? Мост улетел. Я твои ноги вижу. А похоже не пролетал. А туда не поворачиваться. Как есть он последний остался. Придется его так. Вижу цель. Я вижу, да ни хрена ты не видишь. Где мой броник? Я вынесу тебя. Фу. Сейчас полегче будет. Что, горяченького захотелось? Сейчас ты меня горяченькое попробуешь. Вон он, второй. Давай в руку. Или
или в ногу. Да что там за текстура? Торчит часть, и ни хрена не происходит. Весь истрелялся. Во. В руку убился. А если по этим подстрелять? Одна отпала. А он совсем-то не, значит, не улетает, мостик. Только один улетел. Вот она, лодка. А если сразу в лодку прыгнуть, он убьется? Лучше не буду я тестировать. А то чекпоинт далеко. Окей, я взял лодку. Что дальше? Наш единственный шанс — разрушить коммуникационную сеть на острове. Так мы сможем поднять смотоку, во время которой ты скроешься. Для этого ты должен добраться до острова Кабату и держи курс на восток. По пути тебе вряд ли кто подскажет дорогу. Держи курс на восток. Здесь наемники организовали центр коммуникаций. Уничтожь спутниковую тарелку, и они лишатся связи. Поднимется суматоха. Во время всей этой неразберихи ты сумеешь скрыться, и затем мы займемся поисками ВВЛ. Станцию связи, значит, у них тут накрыть надо. Они такие, будто бы потом суматоху устроят. А можно будет потом быстренько убирать отсюда. Ну ладно, это уже будет в следующем видео. Ну а на этом у меня пока все. Ну вы как обычно, оставляйте свои комментарии. Ну и заходите в плейлисты. Если не бывали, там куча всего и есть, что поглядеть. Всем пока и до новых видео!